Всем привет! Меня зовут Ксения Брандт. Привет, я Макс Брандт, и сегодня опять сто к одному. Нам нужно выигрывать, потому что последние игры у нас вот как-то то так, то сяк. Не скажу, что прям плохо, но и не прямо хорошо. Так философски я начал. Начал, молодец. Ты как считаешь? Я не продолжу эту философскую мысль, ну, тогда... а буду руководить процессом. Как обычно. О, гость, я ненавижу, когда гость. Гости всегда выигрывают. Причем гость 14 уровень. Но при этом ноль достижений. Где не обойтись без вездехода? Везде! Это смешно. Это смешно, давай посмеемся. В горах. А я думала, ледники, там, Антарктида. Ну, блин, мне кажется, везде. Это было бы очень круто. В пустыне, естественно, там. В лесу. Давай так, ледник, или как это называется? Какой ледник, ты чё? В смысле, вездеход это в основном, там где это? Напиши пустыня. Да, Макс. Пустыня. Бесит. Я хочу ледник, он на первом месте. Какой ледник? Ну, Антарктида. Ну, давай лишь Антарктиды, и мы попростаемся. Ну и что? Зато я буду на первом месте в своем мозгу. Пустыня. Нормально. Где? Я говорю, везде. Где? В лесу. Ну, давай, Антарктида. Антарктика, я не знаю. Антарктида. Ну ладно, на севере. Ну хорошо. А Антарктида на юге, кстати. Так-то. Ребят, то есть это... Ну, северный полюс, который южный. Так южный — это Антарктида, северный — северный. Ну, северный. Давай лес. Лес, хорошо. Это же везде. Не, мне кажется, вообще ответ в болоте, в лесу. Он сказал в болоте, в лесу. То есть можно реально несколько вариантов. Напиши везде. Нет, стоп, где? Где не обойтись без вездеходов? Он написал. В грязи, грязь. В деревне там, ну что-нибудь. Напиши. В деревне грязи. Напиши, типа, в грязи, в деревне. Там 2 секунды оставалось. Реально, он несколько ответов написал. В болоте и в лесу. Хорошо, будем по 5 писать. Давай по 5. Ну, да, это, кстати, очень интересно. Терно? Ну где, давай, скажи. Потому что, может, в лесу и болото было в едином, ну, как бы оно засчитывалось. Я тебе что сказал? Так она выбрала более крутое. Да. Мы механику разведываем. Ребята, нужно писать несколько. И что, ни ему, никому? Ну да, ни ему, никому, что у нас ведь одинаковое количество. Всего. Блин. Лавку. Это реально же взять просто кучу ответов. С чем у вас ассоциируется слово, билет, театр? Трамвай, театр. Ну, не реально. Трамвай, театр. Ну, попробуем. Давай не сейчас, потому что он возьмет наши ответы. Хорошо. Кино да. На первом месте. Ну хорошо. Кино на первом месте. Автобус, трамвай. Автобус, да, автобус. Билет, самолет. Самолет. Поезд, ну там много. Транспорт. Путешествие. Кино, давай. Автобус. Автобус. Самолет, мне кажется. Самолет. Поезд. Ну билет на самолет, вот как-то наложить. Билет на поезд тоже надо. Ну хорошо. Ну сейчас самолет на балет. Ну кстати хорошо, ну что, поезд. А ну да, самолет, пиши самолет, пиши. Жаль. Нужно было самолет поезд писать. Мы так и не проверили. Давай поезд трамвай. Волчий. Студенческий. Ну, давай напиши поезд. Давай поезд и трамвай. Поезд трамвай. Кел, давай. Это реально читерство. Можно писать несколько ответов. Гость, спасибо. Гость, спасибо. Вот, блин, я никогда не думал, что гость меня так... Порадует. Студенческий. В один конец. Гость вообще. Студенческий, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Билет какой-то. Трамвай. Просто он вверх не взял. Нужно было еще и трамвай. Проездной. А как... Вот там реально все же есть трамвай. Ну да. Трамвай. А нет, нет, хорошо, какой билет? Какой билет? А-а-а. Ну это, кстати, студенческий билет. Ну так, ну так-то. Это классно, просто можно оценить, если не успеешь, не успеешь, не успеешь. Да, ну, кулак свой не убрал. Если вы приезжие, это мы. А, так мы выиграли. И случайно потерялись в Москве, где вы встретитесь? Кремль, ВДН. Не надо ничего отвечать, мы читаем. Нам нужно выиграть. Давай Парогорьково. Давай, давай Парогорьково. А будет? У метро. У метро. У меня, конечно, наверху будет. Блин, окей, давай... Ой, не успели. Мы такие козлы, вонючие.
Да не, ну правда, камон, мы не выигрыш здесь играем. Если мы гости объегорили, значит, это по правилам, ребята, это все по чесноку. Ставьте лайки за наш смех. На вокшале! На вокшале хорошо. На вокзале. Как раз площадь на базе метро. В ДНХ. Кремль на последний. Кремль, Брюлемль. Я Кремль первая сказала. Можно было вообще напиться. Не, нормально. А, это классно, что. Так, еще одну. Еще одна, ребятушки, еще игра. Будем проверять свою технологию. Это, блин, гость реально нас научил. Да ё-моё, давай. Юля какая, смотри. Девятый уровень, ты у нее достижение. И это ее кофта. И мы ее видим, да. Что говорится, вообще в кино время операции? Скальпель. Да, скальпель напиши. Ой. Скальпель. Зажим, пинцет, тампон. Нет, там что-то... Ну, не больно, да. А как-то... Так смотри. Да, уже во время операции. Наркоз, хороший наркоз. Наркоша. Наркоз, да. Наркоз. Блин, мы забыли. Ничего. А напомни. Пинцет. Тампон. Где пон? Тампоша. Тампоша. Там попоша. Там, говорит, попоша. Давай, ну что же она говорит? Она там гуглит. Сейчас есть третий, то пинцет, хорошо. Тампон. Было? Тампон не было. Да не было тампон. Нет, в смысле раньше. Раньше было. Ладно. Зажим, а что ж там? Там какой-то возглас, по-моему, был все-таки. Медсестра. Ну, типа он зовет. Помощник. Медбрат. Кровь. Ну, это как это? Отсос. Отсос. Разряд хорошо. Отсос нет. Отсос хорошо бы, но сейчас, мне кажется, не время. Давай, что? Разряд. Что там? Присос. А, медсестра. Ну нет, так нет, ну все, мы не знаем. Разряд прям очень хороший ответ. Разряд. Мне кажется, это не её. И тут два человека всего сказали, кстати. Последний вариант. Значит, что-то ощущение редкое. Мяу-мяу. Мы про это самое. Давай думать. Она ведь неправильно, чтобы мы... Мы еще можем? Я уже запуталась. Тихо, да, ну, типа, не входить. Во время операции, что там, типа? Отсос. Мы его потеряли. Отсос. Ну, хорошо, отсос. Это Юля. Отсос, Юля. И, да, ну, блин. Отсоса не было в этот раз. Отсос и пинцет. И отсос, блин, надо было еще все писать. Мы опять забыли. Все будет хорошо. Ну это. Это он сам себе. Все будет хорошо. Давай писать несколько вариантов. Мы опять забыли эту тактику. Но, кстати, может быть, он только работает, если ты первый написал. А нет, хотя там было у него болото. Чего хотят женщины? Ой, любовь, деньги. Всего. Поесть. Похудеть. Быть красивой, быть счастливой. Красоты. Бриллианты. Подарки. Так. Цветы. Поехали. Шуба. Отсос. Так, давай-ка. Это не выходит. Счастье, напиши счастье. Давай. Что, грудь? Давай. Давай счастье. Ну, счастье. Сась. Что за сась? Да счастье вот. Да у меня просто ноготки отросли. Ноготки. Хочет отстричь ноготки себе, видишь. Ну, чтобы было удобно. Ну и мало же кто играет в такие. Мало кто играет в интеллектуальные. Мужчину. Чувак, это кого, Юлечка? Денег. Денег, да, подарки. Есть денег. Подарки. Я будился. Мужчина. Внимание. Ага. Внимание прям вот падки. И то, что любят мужчин, давайте сначала. Шубу. Давай напиши внимание. Давай, шуба я говорю. Внимание. Вопрос. Итак, что? Шуба? Детей. Драгоценность. Детей. Ну, какие драгоценности? Детей. Я же тебе сказал, детей. И сейчас Ол решится, я бы сказал. О, она перешла. Она перешла. Я думал, что еще. Потому что у нее одна пинка. Но все равно это опасно. Да, мы не можем, как в прошлой игре. А кто, интересно? Вы хоть и первым. Обычно читают в метро.
туалете. Газета, журнал, дезодорант. Книга. А, дезодорант. Дезодорант. Давай? Не, ну это мне кажется... А, состав дезодоранта. Нет, да, а что быстрее? Книга... новости, напиши новости. Ну это хотя не будет варианта такого. Не будет варианта такого. Ну просто, ну, этикетку дезодоранта... Ну этикетка. Состав. Ох. Не, ну... Но тут было СМС газета. Хорошо, газета, это журнал, книга. Освежитель, но все равно они... И она молодец, она в этом плане молодец. Даже если знала ответ, да? Даже если знала ответ, то есть... А я хотела телефон, ну что-то с телефоном связано. СМС прям хорошо. В общем, друзья... Мы снова как такие. Не очень. Мы снова как такие. Ну, выиграли, проиграли, ребят, это жизнь. То хорошо, то плохо, то черное, то белое. Но одно остается неизменным. Необходимость поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик и перейти по ссылке в описании на наши с Ксюшей инстаграмы. Да, мы вас любим. Мы вас любим. Все, вы лучше всех. Пока. Пока.